По миру ходят легенды о том, что была одна пара. Они очень сильно друг друга любили, но расстались. Ну и вот, эта девушка из этой пары так сильно переживала, что решила вернуть своего парня тем, что стала добавлять ВКонтакте на свою страничку всякие грустные стишки и всякие грустные статусы. Вот, она добавляла эти стишки, и парень зашел, прочитал пару этих стишков и все понял. Тут же ей позвонил, тут же ей признался своей любви и сказал: «Я все понял из твоих стишков, из твоих грустных статусов, я все понял. Прости меня, я мудак, давай будем вместе».